Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Алексей, продолжаем играть на сборке Stoneblock. Как вы видите, я тут немножечко почистил, так сказать, в принципе, всех убил. Да, мне даже так и написали, убей всех коров, там, все такое. Не, просто они как бы немножко поднадоели. Так, я, значит, тут на ловушках еще кое-что пособираю сейчас, и мы сегодня начнем... О, яички. Я вообще-то сюда как раз за яичками пришел. Потому что сегодня будем заниматься немножко курицами. Ну, просто я как бы немножко понял, как они там работают, поэтому почему бы и нет. Так, вообще, план какой? У меня есть 8 яиц. Неплохо бы вывести обычных куриц, которые будут нести обычные яйца. Потому что с помощью ловушек это тоже не очень-то. Так, а если, ну, обычных куриц, ну, в смысле, с обычными яйцами, ничего особо не сделаешь. Вообще-то яйца можно купить. Чё я туплю? Если яйца можно купить, аж 16 штук, с помощью вот такой штуки. Да. Так, ну-ка. Как здесь-то ее набирать? Я уже забыл, как она называется. Так, Так, гроустрип. Стоп. Так, яйца можно получить с помощью эссенции, которую можно сделать. Ага, чикен чанг. Я не знаю, как чикен чанг делается. Тут два моб, тир 2 моб чанг нужен. Вот что, что вот это? Это нужно убивать зомби или что? Дроп шанс 30%. А, я понял. То есть нужно именно убивать зомби. Почему-то эти штуки не падали. А может они падали? Да я не знаю. Да нет, вроде бы не падали. Они у меня здесь однозначно были. Так, как у нас тут вообще дела? Ну, засирают потихоньку, но терпимо. А, кстати, мне там что-то сильно говорят, давай шанс кубы открывать. Ну ладно, это вы предложили, это не я. Естественно, не здесь. Естественно, не прямо сейчас. Давайте в конце серии. Это пока отложим. Так, ладненько. Значит, это у нас есть. Значит, что я задумал сделать? Я хочу сделать вот таких вот куриц. Так, а ну-ка, что у нас тут есть из мода Руст? Что, ничего нет? А ну-ка, яйца есть? Есть 3 яйца. Отличненько. Так, есть ли песок? Да, песок есть. И еще песчаные курицы есть. Отличненько. Так, их понадобится нам... Их вообще-то потом бы поскрещивать лучше. А ну-ка, что там с ними можно сделать в плане скрещивания? О, можно получить редстоунную курицу. Gunpowder, клай. Так, sand, snowball. Вот глиняную курицу я бы сделал на самом деле. Силикон чикен есть. Что нам дает силикон чикен? Ну, понятное дело, силикон. Так, а ну-ка еще раз. Что мы можем сделать с этой курицей? Так, силикон чикен. Кайн чикен. Из Елориума и Найт чикен. А Кайнайт это что такое? Что она может? Это типа блютониум раньше называлось. Так, а он что может? Из него можно сделать турбину там и так далее. Ну, это продукт Елориума, понятно. Так, хорошо, а ну-ка еще раз. Ну, давайте попробуем, например, если вывести глиняную, потому что глины у меня нету, а мне вот та же терракота нужна. Так, сноубол из лок чикен. Лок чикен, по-моему, получается из дерева. А ляпис блю... Так, его можно получить, если синюю разбивать, да? Так, это есть... Ну, хорошо. Так, тогда мы сейчас замутим следующее. Мы сейчас сделаем
11, еще 5. Да, 5 сделаем песочных. Так, так. 2, 3, 4, 5. Так, и их поставим, как говорится, на службу, да? А вот из этих как раз сделаем... Так, лазурит. Из этих сделаем синих. Так, 6 штук, 6, 8, 48. Так, вот столько нам хватит. Ох, дорогие яйца получились. Но зато мы получим курицу, которая... Подождите, это ж мы получим курицу, которая несет лазурит. Надеюсь, что их будет много. Так, еще они, я знаю, быстро очень... Ух ты. Давай, давай, еще один шанс. Нет. Стой. Гад, стой. Есть. Так, Lapis Blue Chicken. Его бы тоже посадить, чтобы добывать лазурит. Так, зачем мне нужны песчаные курицы? Кстати, я еще вот это не рассказал. Дело в том, что это прямой способ получения песка. Что может быть, как говорится, проще? Так, то есть мы берем вот эту вот штуку, переводим ее вот в такие вот копны. Так, ищем мод... Руст, как-то он там называется. И у него тут есть вот такая вот штука. Да. Это под эти 16 куриц пойдет. И бридер. Ну, давайте пока один сделаем. Да, и посадим это все развиваться. Я тут сделал уже такую площадочку, где они у меня будут жить. Давайте вот это поставим куда-нибудь вот сюда. Потом мы, естественно, автоматизируем. Ага, с этими курицами еще тут нужно кое-что сделать сначала. Их нужно превратить в куриц. Блин, здесь я их потом замучаюсь ловить, правда? Так, где у нас там есть какая-нибудь закрытая площадочка? Здесь они, так и знаю, в лаву забегут. Я их знаю, уж поверьте. Ну, хотя, если мы вот тут их замутим. Во. То, я думаю, мы их как-нибудь соберем. Увидел крипера, испугался. Так. Уже что-то успели снести. А, это курица просто. Так, 16 штук, да, совершенно верно. 16 штук. Так, ладно, с этим мы потом разберемся. Так, 16 штук залезают в одну вот такую вот штучку. Насколько я понимаю. И, соответственно, тогда быстренько производят. Одна курица, ну, то есть, вот эти 16 куриц будут производить. Единственное, что их нужно бы прокачать... до нужного. Так, это мы где-то будем вот тут, например, делать. Давайте совместим. А, там нужно было не этих двух куриц, извините. Черт, у меня яиц-то больше нету. Так, ну-ка, точно ж нету, да? Нету. Придется идти искать яйцо. Надо было высадить вот, что я хотел. О, два яйца есть. Отличненько. Так, тут ничего. Еще одно яичко. Нормально, нормально. Я так думаю, что мы даже что-нибудь две сделаем. Какие-нибудь курицы. Не знаю еще пока какие. Так, по-моему, как-то вот так. Что у нас тут с деревом? Да, дерево есть. Вот, вот такую курицу надо было делать. Отличненько. Так, и садим сначала вот эти две. Ой, не эти две, вот эти две. И даем им пожрать, надо семечек им дать. Так, причем семечек надо бы побольше. Ладно, давайте уже как-то, я не знаю, автоматизировать, что ли.
Сундук у меня есть. Сейчас возьмем еще провода. Вот они. И это как бы немножко автоматизируем. Так, поставим где-нибудь, например, вот тут. Не, давайте лучше ниже. Потому что я так думаю, что у меня тут будет целая стойка. Так, по-моему, эта фигня вот сюда залетела. Да. Так, вот тут у нас будет... Так, подождите, а как оно пойдет у нас? Ну, допустим, здесь будет три этих самых, да. Ну, так и будет. Добавим и меды. Так, и будет он вот так у нас раздавать. То есть тут еще парочку будет стоять. Так, здесь у нас будет extract always active, а здесь у нас будет insert. Так, ну, вроде бы да, вроде бы да. То есть из этих двух появится что-то еще. Кстати, а если мы помашем тут часами? Я где-то тут заряжал их даже. О, будут ли они быстрее работать? Ой, что это сейчас было? Что это сейчас было? Странно. Так, ну, на этом не машется, да? С шифтом. Нет, с шифтом быстрее идет вроде бы. Вот, вот там как раз идут эти самые показатели, получается. 1-1-1. Вот, и если мы сейчас выведем такую же курицу, например, там, ляпис там или что-то еще, то она уже будет с каким-то большим показателя. Только это надо было делать чуть-чуть с другой курицей. Но вот сейчас, если выведется та, что мне нужно, которая с песчаной соединяется, вот тогда мы сможем апгрейдить, так сказать. Да, не быстро оно работает. У меня уже все кончилось. А они только на середине пути, 67%. Ну ладно, пускай они занимаются тогда делом своим. Так, а вот эту курицу что я с собой ношу? Это под следующее выведение. Давайте ее пока в сундук. Сюда точно только 16 входит? Да, только точно 16. Жаль, 71. Ладно, мы не гордые, мы подождем. А, я ж семечки хотел... Сори. Я ж семечки хотел вот сюда выгрузить. Чик-чик. Да, пока хватит. Так, хорошо, с этим понятно все. Теперь. Я тут вообще-то нажарил уже очень много графита. Это означает, что из графита мы сейчас будем делать, ну не сейчас, но когда-нибудь будем делать все для генератора. А именно вот такие вот реактор кейсинги. Хотя, что мне мешает это сделать сейчас? Хотя бы все, что нужно. Не, им нужно заниматься отдельно, поэтому будем отдельно им заниматься. Так, давайте посмотрим, что у нас там. А, мы хотели с вами луты пооткрывать, да? Вот такие. И не только. Да, идея хорошая, конечно. Так, у нас появился еще один этот. И вот еще экосайдеры есть. Ну, давайте открывать. Так, нужно сначала выяснить, как там у нас делаются эти самые... Поход ворому, короче говоря. Как он будет выглядеть. Так, вот эту штуку, наверное, мы поставим куда-нибудь вот сюда. У нас тут уже все очень серьезно. Очень серьезно, быстро растет все. Вот, у нас уже по эссенции... Где у нас там эссенция? Во-первых, у меня и лориум на эссенция уже есть. И много, кстати, ее. Вот почему я, собственно, хотел реактором заняться. Так, железная есть, оловянная есть. У меня уже три блока вот этой вот самой дорогой эссенции, из которой хотелось бы печки сделать. Ну ладно, раз я решил сегодня открывать лутбеки, так, наверное, с этого мы и начнем. Сейчас мы выкинем все ненужное. Что у нас там с шанс-кубами? Так, значит, во-первых, вот эту вот штуку нужно забрать, все три, наверное. Так, вот это мы забираем, вот это и вот это. Вот это, говорят, сильно страшное. Фигня. Ну ладно, узнаем.
Так, так, так. Это мы, наверное, теперь откинем. Чикен кетчер тоже откинем. Топор, ну пусть будет. Так, это шанс экосайдеры. А что их мало? А, вот 34, 45. Ужас, ужас. Так, а где у меня... Так, как бы их побыстрее найти? Сундуки большие, они просто могут пригодиться. Как будто я уже в Ароме. Кстати, у меня две Nether Star, скоро будет больше. Так, я ищу... Я забыл просто, как он называется, этот гад. А тут нигде нету его. Не помню вообще. Ну, такой сундук большой. Как он называется? Я даже не помню, из какого он мода, если честно. Ну, не Storage Driver, это точно. У меня их штук 7 было. Да ты гляди. Как он называется? Я не помню вообще. Да ну его в баню, короче говоря. Так, как у нас там в Арому попасть? Так, Арома. Quintuple Compressed Cobblestone. Да нет, у меня Cobblestone много. Так, трипл, а у меня есть секстипл, 4 штуки. Окей, один возьмем, раздербаним. Вот, квинтюпалов тебе 9 аж. Так, то есть получается эта штука у нас есть. Автокомпрессор. А так, ладно, значит это мы тогда убираем. Здесь мы ищем уже опять арома. Так, нам нужна зажигалка, потому что там какая-то поломанная. Так, нам нужна кирка. Так, и нам нужен такой вот... Эх, не та зажигалка. Вот, вот это. Так, эта штука у нас есть. Отличненько. Так, и нам нужен камень. Вообще-то я думал, что он запеликает нам. Не запеликал. Так, обычный камень у нас есть? Да, есть. Так, и нам нужно... Ну, 12 точно хватит. Нам даже 10, в принципе, хватит. Вот, отличненько. Ура! Прошли квест. Так, курицу, наверное, мы куда-нибудь откинем. Куда же ее так откинуть, чтобы она потерялась? Ой, кстати, вот такое дерево выращиваю. Давайте здесь. Все запомнили, где она лежит? Так, эти шанс кубы есть. Давайте выкинем то, что нам не надо. Так, вот эти провода мне точно не нужны. Но это может пригодиться, что-нибудь там раздолбать. Так, а вот сюда надо, наверное, вот эти часики закинуть. Пускай заряжаются. Так, это мы построим. Шлем у нас есть. Неплохо было бы починить. Так, да, Иркман, знаю я про репейр таблет, но я не хочу сейчас Незер Стар тратить на это. Я просто знаю, что ты мне ответишь. Что должна быть репейр таблет, чтобы все это чинилось быстрее. Так, инвар откинем обратно сюда. А, что туда откинем, если надо чинить еще и вот эту штуку, в принципе. Кстати, она у меня там еще с одним модификатором теперь. Че б на нее поставить? Даже не знаю. Ну ладно, об этом потом. Где у нас будет портал? Давайте где-нибудь вот тут. У меня здесь адский портал. А, допустим, где-нибудь вот тут будет такой портал, да? Выдолбаем вот так. Факел вернем на место. Так, вот эти штуки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И где-то был ключик. Ура! Так, ну что ж, посмотрим, что нас там ждет. Так, ну что ж. Красиво. Наконец-то солнце. Хоть какое-то.
Ну правда, это же было просто невозможно. Так, давайте поставим отметку. Назовем ее портал. Так, вообще пора сделать книжечку специальную. Да, я видел где-то такую книжечку, которая может телепортировать. Она там не очень дорогая, насколько я помню. Ну что, будем безумствовать? Будем безумствовать. Вот эти вот здоровые, я понял примерно, о чем там речь идет. Да, они могут привести к чему угодно, поэтому это даже нужно делать желательно подальше от портала. Так, а еще неплохо бы включить леталку, потому что, возможно, придется быстро улетать. Ой. Так, ладно, давайте вот эти вот вещи поставим сюда. Ну и как-то приготовимся, что ли. Что происходит? Много стекла. Ура. И что? Ага. О, боже ты мой. То есть, если ты внутри в это время находишься, то ты вот весь вот в этой гадости, да? Что-то там еще такое строится. Так, а что это за жижа? Прости, господи. Так, ойл какой-то. Heavy oil, тяжелое масло какое-то. Офигеть, если честно. Ладно, полетели дальше. Ой, а тут ночь еще наступает. Ну, надо же. Ну, окей. Так, ребят, вы хотели шанс кубы. Получайте шанс кубы. Ай, ай, ай. Что происходит? Ой, ой. Ой, ой, ой. По-моему, это что-то похоже на деревню. Меня о таком предупреждали. Ну, хорошо, что я подальше отлетел, как говорится. По-моему, сейчас здесь будет выстраиваться деревня. В общем-то, и неплохо. Жителей можно поймать. Хотя они мне, не знаю, наверное, не очень-то и нужны. Ну, что, есть смысл сюда даже переехать как-нибудь. Так, а что можно с деревни поиметь интересного? Даже не знаю, не знаю. А прикиньте, если бы я это внутри построил базы. Был бы вот такой вот город. Но если знать, короче, знал бы прикуп, да? Так, давайте еще вот эти пооткрываем, раз уж мы здесь. Тоже стоят. Пим. Пожалуйста, книжная полочка. Так, ладно. Ну, я не знаю, есть смысл еще вот эти шанскубы. Давайте как-нибудь на потом. Давайте вот эти. Вот они точно адская штука. Пим. 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 Так, там что-то дропнулось. Тоже что-то дропнулось. Ой. Надо было сразу подбирать. Не, ну вот это называется троллинг, ребят, честное слово. Что-то там надропалось хорошего, а потом взорвалось все. Ну, то есть, скорее всего, тут уже этого нет всего. Давайте по две. Я вот так вот дергаясь взлетаю, не потому что у меня лаги какие-то, а это просто вот этот шарм работает именно так. Ой, вот этого я не хотел совсем. Ты где, гад? Куда-то сверху летит, он где-то за облаками, наверное, что ли. Или он какой-то невидимый. Ой, по-моему, меня попали. Ты гляди, гад какой, а. Так, откуда-то отсюда, вот-вот, я вижу, откуда-то оттуда летит. Ага, понятно. И он улетает, походу, да? Ау! Ладно, гад, я тебя поймаю. Ты где ж ты? А его если не убьешь, то...
Черт, он же какой-то невидимый, типа. Или он к тому же не один, да. Ну вы видите, что ни к чему хорошему вот эти вот вещи не приводят. Особенно, когда ты слабо летаешь. Так, а что вот то? Вот то я не строил. Я ж вот эту деревню построил. Ой. Туда как раз сейчас летит вся вот эта... Ау! Ну что, он диспавнился, нет? Ах, вот он ты, гад. У тебя невидимость кончилась, да? Он еще и со шляпой. Причем с конкретной. Ну тебя хотя бы теперь видно. Черт, как же тебя убить-то, а? Я не буду больше шанс-кубы открывать, потому что вот. Получай, гад. Что там с тебя хоть выпало? 6 слез Гаста. Ну ладно, согласен. Так, деревня потихоньку, я так понимаю, начинает выгорать. Так, ну ладно, у нас там есть кратер. Есть еще немножко удачи, поэтому давайте откроем еще какую-нибудь гадость. Вот, так, но мне вообще очень интересно. Так, они бежать не быстрее. Что это за деревня? Ну это, по-моему, обычная деревня, да? Это же не может быть какая-то необычная деревня. Или лететь быстрее все-таки. Так, ну-ка. Ну, выглядит как обычная, просто как-то приподнятая. Да, скорее всего, это обычная деревня. Просто она решила быть там. Ну, ребят, тогда извините, но... Мы будем у вас эксперименты проводить. Не знаю, кто там из вас счастлив. Мужик такой, да, мужик, НЛО. Будь готов. Кстати, я почему-то не очень готов. Так, а что там произошло? Мужикам не очень повезло. Да, ребят, сейчас будет еще веселее, смотрите. Ох, сейчас что-то будет. Ребят, вы бы лучше выходили. Кто-то у вас там строить не умеет однозначно. Так, стоп, там, наверное, что-то дропнулось, наверное, хорошее, да? Ребят, не подбирайте, это мое, если что. Что там, дверь? Черт его знает, что там дропнулось. Ладно, все, последний, короче говоря. Запускаем. Там явно что-то отвалилось, но неизвестно, куда залетело. Вот же зараза. Инвентарь бомб называется. И что, не выкинешь это? Эй. Так, как-то там Е, что ли? Да что у вас? Так, ладно, где-то у меня тут был сундучок для таких целей. Где-то у меня тут был сундучок. Черт, его тут попробуй сейчас найди. Вот оно. О, другое дело. Еще бы один. Так, ну, не, ну западло, согласен, западло. Так, я так думаю, что на этом стоит заканчивать, потому что, видите, пока что не на нашей стороне удача. Ужас. Песка напихали какой-то, не песка, этих самых. Кстати, а из него что-нибудь можно делать полезного? Ну вот, можно, дед саплинг какой-то. Так, ладно, все бы подобрать еще, неплохо было бы. Да еще и бы неплохо вернуться. Так, это мне что, и броню повыкидывало, офигеть. Так, а что у меня было? Ну, из главного это вот это. Третьих самых, ну и все, ладно.
последнюю штуку запустим, точно больше ничего нет. Видите, я про сундук как знал, как знал. Обычно тут что-то падает. Ага, еще одна деревня. Ну что ж, у нас теперь много деревень. Да. Сейчас оно там покажут им, как надо было строить деревню. Ладно, на этом все, дорогие друзья. Я пошел смотреть, что там получилось у нас с курицами. Вы хотели немножко шанс-кубов. Вы их получили. Вот. И на этом все. Пишите ваши комментарии, что я сделал не так. Вот. Почему у меня не 100% удача. Ну, у меня она не 100%, конечно, удача. Сколько тут? 10 плюс 25 плюс 50. То есть это, ну, 85%. Ну, видите, я остался жив. Это уже как бы значит... Значит, шанс был. Так, жители, ладно, с ними мы потом разберемся. Побежал я домой. Вот, и всем пока.